Привет-привет, ребята! Привет-привет! Сегодня мы с вами будем рисовать рыбу солнца. Любите ли вы сказки? Акварелька, ты любишь сказки? Да, Катя, я очень люблю сказки. Особенно сказку про медвежонка Умку. А вы читали, ребята, эту сказку? Вот там вот в сказке, ребята, есть печальная рыба солнца. Но у нас будет рыба не печальная, а очень веселая, со своим настроением. А для мастер-класса нам с вами сегодня понадобится плотный картон, нитки, пуговицы можно взять, бусины, все, что у вас есть для украшения, пайетки и ниточки. Рыбу можно вырезать разных размеров, маленькую или большую, из плотного картона. Попросите о помощи родителей. Ну что, приступаем? Акварелька, ты готов? Поехали! Ну что, ребят, вот такая рыба солнца получилась у нас. А вы попробуйте тоже дома сделать, смастерить. Добавьте туда бусин, пайеток. Можно украшать разными предметами. Все, что в голову вам придет. Фантазируйте, ребята. Ну что, удачи вам. А мы поплыли.